А сейчас я хочу предоставить слово Айсулу Камчебековой, руководителю гендерной программы ПРООН. Вот в их офисе мы сейчас находимся, которая скажет очень важные слова про необходимость развития регионального сотрудничества по этой модели. Давайте послушаем Айсулу. And now we would like to pass the floor to Айсулу Камчебекова, who is the officer from the gender program of the UNDP office and at the office where we are right now seated. And she has very important messages to be communicated to you about the future developing activities to come. Здравствуйте. Да, добрый день, доброе время суток для участников конференции. Данил действительно находится в офисе, а я у себя из дома, поэтому в любом случае я рада приветствовать огромное количество участников, огромное количество стран и огромный интерес к нашей общей проблеме. И что вот до сих пор большинство участников осталось на линии онлайн, несмотря на тяжелые обстоятельства, ну, скажем так, инновационные методы и обстоятельства, в которых мы сегодня находимся. Действительно, я думаю, уже не стоит доказывать высокую эффективность интервенций, вмешательств. Сейчас, подождите, давайте мы же будем переводить. Сейчас, секундочку. So, good day to all participants. And yes, in fact, Daniel is right now seated at our office. Me, on the contrary, I'm home-based at this conference. And we do appreciate that there is a quite significant number of the participants and countries are still remaining online on our conference, and thank you for the high level interest shown at this conference, in spite of these inconveniences because of the new context. Безусловно, проблема сама очень сложная, комплексная и требует комплексных подходов. Мы говорили про принцип единого окна и про пакет услуг, который значительно улучшает шансы на выход из ситуации и разрешение проблемы. Yes, in fact, this problem is quite complicated, and therefore it really requires some integrative approach by the principle of the one-stop shop in order to ensure some comprehensive efforts in order to make sure that there is an exit out of the situation, and there are some positive solutions to such difficult cases. Как мы видели из презентации коллег, как в нашей стране, так и в других соседних странах, мы видим, что эксперты, которые уже давно, много лет, свыше 20 лет работают, представили действительно определенный прогресс в этой области. И мы идем к тому, чтобы объединять все наши усилия. То есть на протяжении многих лет проводим такую работу на адвокационную, как уже Данил говорил, на основе всех наших опытов и проблем, и вызовов, для того, чтобы получить такую политическую волю, да, как со стороны правительства, со стороны определенных министерств и ведомств, например, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития, для такого межсекторального подхода и взаимодействия. And we have been listening to the presentations made by our colleagues from different countries who have quite extensive years of working experience, like more than 20 years, showing to us the progress which has been made, which urged us for some unified efforts and to activate our advocacy based on the lessons learned, on the experience gained, and with the analysis of the existing challenges, and making certain progress on buying in the governmental bodies by increasing their political commitment and involving such important ministries as the Ministry of Health, Ministry of Interior, and the Ministry of the Social Protection. Ну, поэтому участие каждого из вас и долгосрочная приверженность этой проблеме, разрешению вопросов, для нас действительно очень важно, потому что, как мы видим сегодня,
уязвимость — это не то, что приобретено или оно как бы постоянно с тобой свойственно, допустим, определенной группе людей на протяжении всей жизни. Она меняется, она может меняться, но вот эти вот структурные и системные барьеры, препятствия и культурные нормы, социальные нормы, которые усиливают эти гендерные стереотипы и мешают нам получить доступ к этим услугам, мы понимаем эту взаимосвязь, то есть взаимосвязь насилия и других остальных факторов риска. And we need to involve into this participatory approach more stakeholders in order to address this issue. So it's very important to understand that vulnerability as such is not something which is inborn, and it's not like something which is specific, you know, life term for certain type of groups. That phenomena of vulnerability can be changed, and it should be changed, but because of existing structural and social and cultural norms and existing stereotypes, it's difficult. We have to overcome these barriers, and we do see the clear correlation between the violence and the access and accessibility. То есть вопросы вот употребления наркотиков, работа в сфере коммерческого секса, низкий уровень образования, низкий уровень доходов, миграция как внутренняя, так и внешняя, и связанные с этим многие риски. Мы видим, они только усугубляют и действительно оказывают множественные формы дискриминации для этих групп и людей. And we can see that the use of drugs and sex work and low level of education and low level of profit and migration, both internal and external, all these factors, they contribute to the aggravating tendency and bringing, exposing them to multiple risk factors. Со своей стороны, мы в ПРООН стараемся проводить как отдельные интервенции, посвященные вот противодействию насилию, так и внедрять это как вопрос противодействия насилию, как сквозной в другие программы экономического развития, экологического, то есть окружающей страны, снижения рисков бедствий, таких как ВИЧ-инфекция, эпидемия, COVID в данное время. And we can see that these interventions, GBT interventions, we do implement them on the basis of some separate programs, but also we should be developing these activities by integrating them more and more through some mainstreaming programs, which are mainly for economic and environmental issues and like response to emergency situations, and that's including HIV and COVID situation as well. И сегодняшняя конференция, мы тоже надеемся, станет платформой для дальнейшей работы, в частности в рамках проекта Spotlight. Как вы уже знаете, есть глобальная инициатива как на глобальном, региональном и страновом уровне для того, чтобы именно решать проблему насилия, то есть на уровне Европейского Союза, на самом высоком уровне секретаря ООН, генерального секретаря ООН была поднята эта тема и уделено внимание для того, чтобы принести реальные трансформационные изменения в решении этой проблемы. And we need to support such joint platforms. And as you know, the Spotlight Global Initiative that has been launched. And this is a global initiative which activates our actions both at the local level, regional level, country level, EU level. And the General Secretary of United Nations has heightened the significance of the actions to be undertaken to respond to the violence in order to bring true transformational changes to the area of violence. В нашем регионе, я знаю, это в Казахстане, в Таджикистане, в Афганистане, в Кыргызстане такая инициатива Spotlight уже развернута с начала этого года совместно
с несколькими агентствами ООН и во главе с под руководством постоянного координатора в стране. And in in the countries of our region, such as Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, the Spotlight initiative has been already launched under the support of UN agencies and the resident representative of UN in Kyrgyzstan. Поэтому мы поделимся наработками данной сегодняшней конференции, будем стараться учитывать для того, чтобы внедрять, где возможно, принцип единого окна на основе Wings и Sunflower. То есть для этого опять нужно нам получить согласие взаимодействия как со стороны государственных органов, так и обеспечить участие гражданского общества, академических структур. Вот мы видели, Американский университет Центральной Азии тоже выразил заинтересованность. Спасибо. And we need to take into account such progressive and innovative approaches, such as integrated delivery of the services, one-stop shop opportunities, the integrated model combining sunflower approach and wings approach. And in order to do such integration successfully, of course, we have to convince our governmental bodies to support these programs and involve actively all other stakeholders, such as civil society, academia, and we were happy to hear the interest which has been shown by the American University in Central Asia. Поэтому мы будем стараться делиться всей информацией, которая у нас есть в рамках проекта Spotlight, также с вами, со всеми, и через разные каналы информации, но также мы хотели бы призвать вас активно вовлекаться и делиться, участвовать в наших процессах, которые мы объявляем в рамках данного проекта, для того, чтобы обеспечить учет разного спектра мнений. And of course we will be sharing the information that we collect and that we develop in the framework of the Spotlight initiative through different channels and using this platform. But we would like to encourage you to take active part in the activities to be launched by this program so that we are in a good position to reflect all existing opinions and views. Поэтому еще раз хотела поблагодарить всех наших партнеров, особенно Министерство труда и социального развития, наших организаторов сегодняшней конференции, Фонд Глори, Ассоциацию кризисных центров и наших экспертов, которые постоянно готовы сотрудничать и предоставлять очень высокую экспертизу по данному направлению. And we would like to express our gratitude and high appreciation to all partners, first of all, to the Ministry of Labor and Social Protection, and to organizers of the conference, such as Glory Foundation and Association of the Crisis Centers, and to the whole pool of experts who are highly qualified and readily available to provide the very meaningful contribution. Наши контакты вот доступны через веб-сайт, на котором все презентации, все наши, вся информация о нас тоже зафиксирована, поэтому, пожалуйста, обращайтесь и пишите. Спасибо всем, доброго, всего доброго. So our contact information is available at the website with all our presentation about our activities with the description of our program. So we will be happy to invite us to the website to get familiar with our activities. And thanks a lot to everybody for your participation and for your attention.